Да пребудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, и мы продолжаем играть в Zoo Tycoon. Так, у нас там что-то новенькое, по-моему, появилось. Не здесь. Вот здесь. Да, ядовитые пауки. Так. Начинается это. Ребята, ну вы чё? Два туалета стоит, успокойтесь. Ладно, пусть блюют там, сейчас хочется им. Так, строения какие у нас тут есть? У нас есть тут сувенирный магазин. Дом насекомых у нас есть, такой сувенирный магазин. Это немного не то. Приютите магазин домашних животных. Все заборы гниют, а ты посмотри на них. Эти, блин, засранцы ничего не делают. У меня случайно антилопы гну не сбежали? Ой, не гну, а... Походу сбежали, потому что я их не вижу. А где они? Походу сбежали, но где они, я без понятия. Так, а здесь я хотел бы загон со львами построить. Штука будет меня раздражать еще долго. Так, много саван, мало земли, я вас понял.
Ой, а вот не говорите, что он собирался идти чинить. Он просто так гуляет, по-моему. Теперь у нас Диплокаулюс там будут показывать. Зебра 6 уже, блин, офигеть, у меня там расплодились ребята. Зебра 5. Самка. Зебра 6. Самка. Зебра 4. Значит, зебру 5 мы можем продать. Денежки буду выручать, так буду их продавать. Что у нас про... Про льва. Про льва написано. Самый большой африканский зверь. Естественно, среда льва, широкие саванны Центральной и Южной Африки. Высокие травы обеспечивают превосходное укрытие для охотящихся львов, и деревья обеспечивают тень. Лев отдыхает более 20 часов в день, лежа в тени деревьев или скал. Однако лев очень активная кошка, способная к длинным, высоким и резким прыжкам. Они также потрясающе лазят по деревьям. В отличие от других кошек, львы живут вместе в параде, содержащем до 40 животных. Прежде всего, самок и малышей. Львы охотятся и по одному, и группами. Хотя группами охотятся успешнее. Охотятся в основном львицы, в то время как самцы защищают прайд от хищников других львов. Из дюжины попыток на охоте одна приводит к успеху. Рацион разнообразен, то может... Быть газель, зебра, другое животное. Львы питаются мясом, сухой пищей, эти большие кошки нуждаются в постоянном снабжении питьевой водой, хотя они не сильно заботятся об этом. Львы конкурируют с другими хищниками саванны, нападают на леопардов, гепардов. Львы и гиены ненавидят друг друга, львы и самцы сделают все возможное, чтобы убить гиену. И время опасности лев способен издать рык, который можно слышать за 6 миль. Львы впадают в депрессию, когда еды недостаточно. Львы хорошо размножаются в неволе. Спросите, откуда деньги? Скажем так, нафармил. Так, гепард, у нас леопард. Так, что у нас еще тут есть из строений? Да, в принципе, ничего тут пока не построишь. Типа, в принципе, все возможное я уже построил. Ну, тут есть кинотеатр, ресторан. Вот ресторан можно построить. Что они там блюют, я не понимаю.
Господи. Это зоопарк смерти, я отвечаю. О, у них детеныш родился. Смотрите, маленький бегемотик. Так, что с исследованием? Они еще проводятся? Пять свои ребята даете. О, у них львенок родился. Даже два. Он еще один. С этими заборами, честно, не уследишь. Мои рабочие отказываются. Рычит, конечно, грозно. Слишком много саван, недостаточно земли. Я тебя понял, приятель, сейчас все будет. Больше кустов и деревьев. Какой любимый кустарничек какой-то. Еще на 44. Thank you.
почитаем про гепарда. Уникальные кошки, которые водятся преимущественно в предсахарных районах Африки. Их небольшие популяции так существенны в ранней России. Самые древние останки гепардов, обнаруженные в Северной Америке, датируются 4 миллиона лет назад. Это животное обитало в Азии и Африке, Европе, Северной Америке до 10 тысяч лет назад, когда глобальное изменение климата в конце ледникового периода привело к вымиранию множества млекопитающих. Генетические гепарды, живущие в наше время, похожи друг на друга, как близнецы. Это родило теорию, что они произошли от одной самки и нескольких родственных самцов. Недостаток генетического разнообразия делает гепардов подверженным многим болезням. Максимальная скорость гепарда 71 миля в час, делает его самым быстрым наземным животным на Земле. Весь от головы до хвоста он создан для скорости. Широкие ноздри соединены с объемными легкими для лучшей циркуляции воздуха. Длинное обтекаемое тело, основанное на легких костях и позвоночнике, похожем на пружину, держащую мощные лапы, позволяет гепарду делать гигантские прыжки. Длинный хвост обеспечивает равновесие на поворотах, а жесткие подушечки лап и острые когти, прекрасно сцепленные с поверхностью, взрослые гепарды весят от 120 до 130 фунтов. Шкура варьируется от желто-серой до красно-коричневой и покрыта черными пятнами. Морды гепардов покрыты черными отметинами, похожими на слезы, идущие глаз к верхней губе. Гепарды водятся на открытых территориях саванн, содержащих достаточно растительности в форме высоких трав и кустов. Гепарды охотятся в основном на антилоп, газели, томпсона и других небольших копытных млекопитающих. Их стиль охоты — подкрасться незаметно на расстоянии 50 ярдов, затем начать погоню. Максимальная скорость длится около 20 секунд, реже больше минуты. Однако гепарды продолжают погоню до 3,4 мили со скоростью 45 миль в час. После удачной охоты уставший гепард отдыхает 20-30 минут до того, как начать есть. Это делает его добычу доступной другим хищникам, например, гиенам и львам. Гепард съедает до 30 фунтов за один раз. Потом он может несколько дней обходиться без пищи и питья. Гепард может есть дыню в качестве источника воды. В отличие от многих других кошек, гепард охотится при свете дня и редко активен ночью. Хотя эти кошки не могут реветь, они издают чирикающие звуки, похожие на птичьи, способные на множество звуков и рыков от лая до блеяния. Гепарды, особенно молодые, очень игривые животные. Они с раннего детства бегают на перегонки, борются, подкараулят друг друга в засаде. Гепард, так же как и львы, некоторые популяции диких кошек, единственные, кто образует некоторое подобие стаи. Два или три взрослых гепарда, в основном дети одной матери, образуют коалиции, которые очень эффективны в охоте и охране территории. Самки гепарда избегают контакта с другими взрослыми гепардами, кроме времени спаривания. Гепарды рожают в укрытиях и прячут своих детенышей в течение первого месяца. Хотя гепард имеет сложности в воспроизводстве, удачная беременность в природе приносит большое потомство. От 3 до 5 котят в среднем и максимум 8. В неволе, возможно, из-за стрессовых факторов размер приплода гораздо меньше – 1 или 2 детеныша. В дикой природе детеныши гепардов имеют уровень смертности 75%, на них охотятся львы. Гепарды в основном несчастны в неволе, они не любят скопления и требуют больших по площади вольеров, содержащих не более 3 других особей гепардов. Гепарды – вымирающие животных, и число составляет от 9 до 12 тысяч особей. Самый большой риск для их существования – исчезновение среды обитания. Порой много пишут, прям много. Так, почва из тропиков. Thank you.
Я не знаю, вот это ты требуешь от меня? Нет, не это. Что ты от меня требуешь? Игрушка. А, типа, видать, у меня для леопарда еще нет игрушки. Там что-то типа дерево такое по центру должно стоять. Ну ладно, леопард, потерпи. Скоро тут исследования пройдут, я думаю, будет нормально. Ну что, сейчас почитаем про леопарда, и на этом, пожалуй, на сегодня все. Так, ладно, веду подальше от звуков, там уже котятки мяукают у нас. Так, леопард. Обитает в большинстве районов Сахары, в Южной Азии, на Ближнем Востоке. Круто, рад за большую панду. Это животное наиболее распространено среди кошачьих. Леопарды весят от 60 до 135 фунтов. Самцы обычно втрое больше самок. Это хорошо сложенные кошки с длинными изящными телами и длинными хвостами. У леопардов красивый окрас. Коричневатый или желтый с черными или коричневыми пятнами. Цвет изменяется в зависимости от области подвида. По подсчетам существует более 25 подвидов леопарда, включая африканского и пантеру. Хотя леопарды могут наносить ущерб домашнему скоту, они также приносят пользу фермерам, охотясь на животных, которые уничтожают зерновые культуры, типа грызунов и крыс. Леопарды не особенно привередливы к питанию, охотятся на многие звери, антилоп, кабанчиков, мышей и даже жуков. Как самые неприхотливые... Из кошачьих леопардов существует во многих местах, и в пустынях, и в горах, и в лесу. Хотя леопард может жить без источника воды, она ему все же нужна. Африканский леопард встречается в лесистых областях саван. Леопарды превосходно лазают по деревьям, где они отдыхают и наблюдают за своей территорией. Они забираются на деревья, когда им угрожает опасность от львов, тигров или гиен. Скрывают среди ветвей, чтобы наброситься на добычу. Обычно леопард охотится, сидя на высоком дереве, чтобы обезопасить себя от других хищников. Леопард может питаться жертвой в течение нескольких дней, затащив тушу на дерево, что является значительным преимуществом перед другими кошачьими. Леопарды могут поднять на дерево... Так... могут поднять на дерево... тело в три раза превышающее его вес, например, самца антилопы или молодого жирафа. Леопарды в основном охотятся ночью на рассвете. Превосходно видят в темноте, обладают острым слухом и обонянием, помогает легко почуять добычу даже в темноте. Леопарды выигрывают на охоте скорее за счет внезапности, чем за скорость. Днем леопарды греются на солнце или на камнях, или отдыхают в теньке, а также сохраняют территорию других леопардов. Характерный рык леопарда похож на кашель. Могут также рычать или мурлыкать, но обычно молчат. Как и другие кошки, леопарды живут поодиночке и встречаются только для продолжения рода. Малыши перестают питаться молоком матери в 3 месяца, но могут оставаться с матерью до 2 лет. На леопардов охотились ради меха, они вымирали от изменения естественной среды. Разъяренные владельцы домашнего скота убивают леопардов, чтобы те не крали их скот. Леопарды внесены в список подвергнутых опасности видов животных. Так, у нас, значит, это гиеновидная собака. Почему не написано-то? Да, пятнистая гиена, фламинго, страус, бородавочник, черный олень, потом анкилозавр, кенгуру, и на этом мы с саванами закончим. Потом я, пожалуй, я вам просто все строения покажу, и в будущем буду просто создавать животных. То есть я создам загоны все, которые нужно, сразу посажу туда зверей и просто вам их покажу. Я просто... Вот, видите, он там сейчас будет играть, наверное. Вот. Нет, уже ладно, не будет. Ну, в общем, он дерется с бревном там. Вот. Типа, сейчас я вам просто показываю, что есть вообще в парке. Что есть вообще такого в парке, да, что вы можете посмотреть. Вот. А потом буду просто отдельно показывать животных. Thank you.
Ребят, вы что там? Что с вами происходит? Так, ну, в общем, на этом, пожалуй, все. Спасибо, что смотрели данное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. С вами был Дарт. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего, до скорой встречи и всем пока!